От всей души хочу поздравить уже с наступившим Новым годом всех-всех любителей конного спорта и как и членов федерации, и членов федерации, взрослых, юных, молодых спортсменов, всех-всех. 2019 год, надеюсь, будет еще намного более и продуктивным, и удачливее, чем 2018, который очень много принес нам, очень много хорошего. А я, как представитель Федерации комитета Федерации конного спорта России, председатель кони спорта, прежде всего хочу поздравить с Новым годом и пожелать самого-самого наилучшего, больших успехов. Это, конечно, нашим маленьким спортсменам, их родителям и верных спутниками их на всех соревнованиях, дедушек и бабушек. Удачи вам в новом году, ждем вас, растите, взрослейте с каждым годом, становитесь замечательными спортсменами и просто хорошими людьми.